экспансии! Нет китайской экспансии! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Активисты не экстремисты! 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 Сколько работников органов за нами ходит, нас преследует! Вы лучше вот ловите шпионов! Международных вот этих китайцев, которые в туалете детей насилуют. Вот вчера только пошла эта информация. Следите за педофилами. Разрешили. Не давайте в туалете насиловать детей. Заходить нам в Казахстану. Почему они их пускают без визы? И так их вот недавно только 5 человек, когда за вот этот гражданами. С ними подрались, проверили только одну. Там дорожников работает. Там 60-70 человек нелегалов нашли, китайцев. Вы занимаетесь ими. Нас не преследуйте. Мы о родине думаем, о земле думаем, о будущем Казахстана думаем. Зачем столько сил за нами ходит? Мы что, экстремисты, что ли? Мы не враги народа. Мы не враги народа. Мы хотим защитить свою землю, свое будущее детям. Понимаете, своей профессии. Это ваша земля. Это вашим детям нужно. Столько вот спецслужбы за нами ходит. За одним человеком 5-6 ходит. Весь дом караулит. Это разве права наши не соблюдаются? Поэтому просим дипломатов вот это европейских обратить на нас внимание. И прежде чем подписать договор с нашей республикой, учтите наше мнение. Пожалуйста, вот это, мы это приехали, пришли. Требуем выхода депутата Европарламента. Требуем. Дипломата. Просим. Придите к нам. Придите к нам. Отделить министров иностранных дел. Мы требуем их не закрывать глаза на то, что политические гражданские свободы граждан нарушаются. Потому что государство, где гельбасы свои воли в один день меняет, не спросив народ, название столицы, все центральные улицы областных центров, все наши права ущемляются. Нет демократии, не может быть. И не надо делать вид Европе, что тут демократия, что они в это верят. Они как правые люди, понимают, что здесь такого нету. И мы требуем их, чтобы они с казахстанских властей требовали соблюдения политических прав и свобод граждан Казахстана. Пусть сначала требования ООН делает, власть исполнит. Вот у нас резолюция решение Европарламента. Признанию движения ДВК экстремистской. И защищать казахов этнических в Китае. От властей китайских, от геноцида, от давления. И не возвращать тех, которые оттуда, с Китая пришли, вот ребята. Убежали сюда, пришли. Что высказать свои эти точно. Их взяли, закрыли здесь. По международным всем правам обязаны были представить им убежище. Наши же соотечественники пришли, высказались, а взяли их, закрыли. Где мы живем? Кого мы защищаем? На Китае, что ли, работаем? Надо своих, где бы ни находилось наши граждане Казахстана, мы обязаны защищать их права. Нет у нас сейчас такое это. Оттуда прибежали, все высказали, взяли, закрыли. Это разве справедливо? Просим разобраться. В Казахстане нет демократии. Бостандык! Отмена решения! Отменить решение! 500 мадан артык Китайда!
өзіміздің бауырластарымызды жатқандарын бүкіл әлем, Америка құрама штаттары, евродепутаттар бәрі біледі. Сол бауырластарымызды қорғағанның орнына біздің билік, біз Қытаймен доспыз дейді. Біз Қытаймен доспыз дейді. Осындай бауырластарымызды шырылдатып, қинап атқанда, органдарын сатып атқанда, бүкіл әлемге дайындалды. Әлемге белгілі болды. Енді осында елмен дос болған дұрыс па бізге? Біз Қытайсыздан күн көргеміз. Қытайдың бізге керегі жоқ. Қытайды кіргізбесін. Нет китайский экспансии. Нет китайский экспансии. Нет китайский экспансии. Нет китайский экспансии. Қытай экспансиясына жол жоқ. Қытай экспансиясына жол жоқ. Пусть выйдут депутаты. Дипломаты. Встречи с дипломатами Европарламента. Требуем встречи с дипломатами Европарламента. Настаиваем, чтобы вышли дипломаты. Никаких соглашений нет. Мы не экстремисты. Экстремисты не мы. Мы не экстремисты. Нам нужна свобода слова. Наши права. Мы в суде не можем ничего доказать. Нет прав никаких. Землю распродают. Все через аукционы. Мы остаемся без земли. Христианства нет. Даже двух коров вместо пасти нам. В суд идешь, акиматы смеют, идите в суд, на три буквы послали. Нету прав в Казахстане, нету. В Казахстане нет демократии. Две коровы, корову тоже надо прокормить. Даже работайте. Ждем дипломатов Евросоюза. Я просто не знаю, приемная. Все, что говорит, мы не видим. Я не могу. Пусть ваши представители кто-нибудь нам подойдут. Здесь люди, возможно, мы приехали. Мы не уйдем. Я говорю, ну пригласите, пусть какой-нибудь пресс-секретарь ваш выйдет. Пусть хоть один человек выйдет и поговорит с нами. Они сказали, что сейчас, да, якобы передадут. Но уже вот 10 минут прошло, никто никому ничего не передал. Выйдите сюда, уполномоченные, да, должны выйти. Вот вы смотрите, подавите там кого-нибудь. Да, они с той стороны вообще сидят. Я не знаю, как донести наш голос. Смотрит за окно. То есть они, да, с окна смотрят, но именно непосредственно. Свободу полить заключенным! 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 Свободу Иржану Илшибаеву! Свободу Тарджакишеву! Свободу Иржану Илшибаеву! Рона Табек! Макс Бакаев, свободу, Искендер Эмбетов, Кенжебек Алмат, Абишев, Алмат Жумагалиев, свободу этим людям, которые, осет Абишев, которые пострадали ни за что перед этим режимом. Свободу нам. Отменить решение ДВК. Отменить решение 305-ю статью. Мы не экстремисты. Защищать казахов от преследования Китая. Плетем плакатами. У нас не должны быть торговые отношения с европейцами, так как наши права нарушаются. Да, не должны быть. Нет торговым отношениям. Так как они не выполняют, Казахстан не выполняет обязательства, которые принял на себя. Подписать, а на самом деле ничего не выполняете. Вы не устали снимать, ребята. Что снимаете? Сам я снимаю.
Вообще шал Гетсон. Не нужен нам шал. Это любимый наш цвет. Мы требуем диалога. Шалдар Гетсон. Дорогу молодым. Сол жаққа неге бармады осылардың бәрі? Кім? Мыналарды айтам, мына жүр ғой мыналардың бәрі. Бір қолға қалса да осы званиялар бұларда не тұр ғой деді. Ол жақта той болады, ол жақта жиналыс болады. Все требуют выхода дипломатов из Европарламента. Требуем представителей евродипломатов! Требуем представителей евродипломатов! Требуем представителей евродипломатов! Бред естеріңізге саламын! Сіздер жергілікті органға ешқандай өтініш басқан жоқсыздар! Сондықтан сіздердің жасап отқан іс-әрекеттеріңіз заңсыз болып табылады! Уважаемые граждане, хочу вам еще раз напомнить, что от вас заявление в акимат города Нур-Султан не поступало. В связи с этим ваше мероприятие считается несанкционированным. Прошу разойтись. Нам мешаете. Мы не вас не мы вас на не право. Требуем дипломатов Евросоюза. Полиция с нами. Требуем встречи с евродипломатами. Требуем встречи с представителями Евросоюза.
Народ требует третий дипломат. Где вы считаете евродипломатами? Снимайте, все снимайте. Количество активистов также равно количеству сотрудников, которые приходят в день. Пусть нас послушают! Ваши эти копейки, которые вам платят, блин, КМВ, или кто вам платит, ничего не знаете. Услышьте нас, выйдите к нам. Поклонитесь, поклонитесь. Нас не слышат, слышите нас. Никто нас слышать не хочет. Помады, выходите, мы вас ждем. Что потом будет использовать? Требуем встречи с евродипломатами. Почему вы к нам не выходите? Камерамен, фото покажите. Сегодня прекрасная погода. Идет снежок, очень тепло. Даже погода за нас. Требуем власти освободить политзаключенных. А я сижу тут кундарна, Бостандер! 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 Женщина с таким вопросом сказала о том, что не было от нас никакого заявления, то есть это уже было за сегодня второй раз предупреждение. Что будет дальше, еще неизвестно. Но вроде никто не собирается никого никуда забирать. Все настроено мирно, никто в принципе не нарушает прав. И только на завтра работы вообще нет ни для кого. На работу не принимают. Нет, они заканчивают все это. А парень, у них стаж 5 лет. Откуда, блядь? Если они только закончили. Это уж не говоря о нас. Давай с нами. Нет китайской готовности! Нет торговых отношений с Казахстаном! Требуем освободить политических заключенных! Я не хочу жить в стране, где есть политзаключенных! Потребуйте с наших властей, чтобы их отпустили. Я не могу спать спокойно, когда за решеткой сидят невинные люди. Я не могу жить и спать. Пожалуйста, услышьте нас. Услышьте нас. Услышьте нас. Нас никто не слышит. Наши власти нас не слышат. Отпустите политзаключенных. Я не могу жить в этой стране, где есть политзаключенных. Бостандер! 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 Почему все молчат? Почему сидят за решеткой невинные люди? Почему судят невинных людей? Я не могу жить и спать, когда такое творится в нашей стране! Решение российского суда, что ПВК является экстремистской организацией. Отменить решение сельского районного суда, что ДВК является экстремистской организацией. Отменить. Мы не экстремисты. Активисты не экстремисты. Мы хотим жить в свободной стране.
Мы не хотим, чтобы наши уезжали. Дети на заработки были с беженцами. Мы сами хотим здесь жить и строить демократическую страну. Вообще мы потеряли достоинство. Наши дети не хотят жить в своей стране. Потеряли чувство любви к отчизне, к родине. Все бегут из Казахстана. Это что такое? Нету у людей, у детей наших патриотизма нету. Ничего не осталось святого. Это нам только сейчас бороться за то, чтобы наши дети оставались здесь. А для того, чтобы наши дети оставались здесь, мы им не можем дать образование на должное. Мы не можем их обеспечить должной работой. Как они не будут оставаться здесь? Какой будет у детей патриотизм после этого всего? Казахстане, коррупцию долой! Вот нормальное образование! Зарплату повысить учителям в первую очередь! Чтобы вчера они не жили как нищие люди! Бауржан, здрасте! Зарплату повысить врачам, против коррупции. Чтобы они могли посадить нас нормально лечить! Посадить всех коррупционеров посадить! Назарбаева в первую очередь посадить! Мы не хотим китайскую идеологию! Нет китайской экспансии! Разрешительным характером митингов народу заткнули рот, лишили закрепленного Конституцией права на свободу слова, на свободу иметь политические взгляды. Митинги решать только провластные. Если подают митинги, что действительно, где будут говорить правду, не провластные, те запрещают. За одну подачу митингов только дают уже там, вот дали 15 суток Нуртишеву. Пусть не преследуют активистов! Власть народу! Власть народу! Власть народу! Власть народу! Власть народу! Мы должны контролировать власть! Давай, коррупции! Коррупции! Все перепутали в этой стране! Народ должен контролировать верхушку, а не верхушка народ! Мы надеемся, дипломатам видно. Власть народу! 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 Требуем встречи с евродепутатами! С евродепутатами! Требуем встречи с евродипломатами! Требуем встречи с евродепутатами! Нам есть что сказать! Встречи с евродипломатами, встречи нам! Нет торговым отношениям, пока нарушаются наши права. Нет торговым отношениям, пока народ тихо. Ну, она сказала, что она сейчас передаст. Что... евро нет торговым отношениям. То есть там, да, записали мои данные. Я сказала, что нас около там 70 человек, что передали, что мы хотим быть услышаны. Они записали фамилию, имя, да, и сказали, что сейчас передадут уполномоченным, чтобы выйдут. Ну, сейчас попытаются, да, чтобы кто-то вышел, сделать все возможное. Но и они не видят. Они не врут, что передадут? Ну, я надеюсь, не врут, не знаю. Я всячески сказала, что кто мы, что хотим, наши цели, для чего мы пришли. Нет, я сказала. Она говорит, я сейчас делаю все возможное, чтобы передать. Я сказала, что люди на холоде стоят не просто так, наверное, не от того, что им делают. Куда что уходит? Какие деньги в Астане? Мы народ, мы должны знать, Галия, не нужна нам эта верхушка, долой эту верхушку. А вообще ее, конечно, долой. Вообще ее долой, пусть долой. Мы хотим требования. Мы вообще хотим сменить режим, чтобы вообще их не было никого. Ни этого парламента, ни этого правительства. С этим режимом мы уже жить не сможем, потому что они все там коррупционеры. Долой коррупцию! Долой коррупцию! Долой коррупцию! Долой власть народу! Долой коррупцию! Вот представитель с камерой пускай выходит. Фиксирует, что здесь стоят люди. С камерой пускай выходит. Салтанат,
Салтанат, повторишь еще раз, что тебе сказали. Я первый раз позвонила, так как они на охране дали мне телефон, номер. Я позвонила непосредственно в Евросоюз. Там девушка, которая, она, в принципе, не уполномочена что-либо решать, но она сказала, что передаст. Но минут 15 прошло, никакой реакции не было. Я только что зашла, позвонила повторно. То есть уже более, как бы, была настойчива и сказала, что мы на холодную погоду пришли сюда не для того, чтобы просто покричать и все. Мы хотим быть услышанными реально, чтобы нас услышали. Я сказала, какие цели мы преследуем, для чего мы здесь, чтобы они к нам вышли и кто-то нас выслушал. Она записала мои данные и сказала, что сейчас посодействует на то, чтобы кто-то вышел к нам из представителей, так как они сейчас на собрании. Султания наша столица, это ваша столица, кто ее выбирал? Мы ее не выбирали. Верхушку! Астана, президент! Мы хотим жить в демократической стране! Освободите места! Свободу полиции заключенной! Назарбаев не наш президент! Свободу полиции заключенной! Назарбаев не наш заключенный! Свободу полиции заключенной! Еще раз повторите. Назарбаев не наш Эльбасы! Токаев не наш президент! Нурсултан не наша столица! Дарига не наш спикер Сената парламента! Мы не хотим жить в Ленинграде! Уже 21 век! Зачем мы идем в средние века? Евросоюза! Наши власти нас не слышат! Назарбаев, что вор! Что делать? Мы против 400-й Евросоюза! Выйдите к нам в конце концов! Сколько мы можем здесь стоять? Выйдите к нам! Выйдите к нам! Наши активисты еще раз напоминают подключение, что это город Астана. Активисты вышли. Вы же не разрешаете, Нурпишев написал заявление, вы на 15 суток посадили. Суток. Я бы написала, вы бы меня также оштрафовали. Хватит, у меня два штрафа уже на 200 тысяч. Хватит издеваться над народом. Хватит, мы хотим это донести. Но что вы разворачиваетесь? У вас нет аргументов. Что аргументов? Отворачиваете по этому. Вы понимаете, что вы не правы. Что вы ушли? Если вы сотрудник Акимата, идите и разговаривайте с людьми. Узнайте их чаяние, что они хотят, для чего они сюда пришли. За кредитованность населения. Что вы делаете? Блеф! Что? Дайте заявку. Пошите, зайдем туда. Никогда нам не разрешать. Она сказала, передаст. Да, я передам ваши данные, так как они уже на собрании. Ждем просили не расходиться представителей Евросоюза. Имейте в виду, вот здесь вот сотрудники, имейте в виду, они сейчас в курсе, что мы здесь. Если вы нас сейчас разгоните, а они нам сказали дождаться, так как сотрудники их не выйдут, сейчас просто у них идет уже совещание. Если вы сейчас нас разгоните, они выйдя сюда увидят, что здесь никого нету, имейте в виду, ваши действия противозаконные. Они уже знают, что мы здесь. Свободу народу! Выполняй приказ!
Они не самостоятельно действуют. Ну, давайте это. Должны понять они. Да? Что? Один человек не может. Виноват. Что интересно, думал, вышел лет, чтобы к нам вообще сюда приехали. Специально. Европарламент депутатары Шахназар, мы сидели в студии. Депутаты Шахназар! Шахназар! Депутаты! Была-то делегация едет к нам. Едут? О, шахта, шахта. Дуварда Галил вышел. СИВС. Теперь они едут сюда. То есть идет еще. Едут еще активисты. Я. Требования это смотреть по виду ключевого, отменить решение политика. Кто знает? Знаешь? Скажите, вот представители, если у вас есть доступ к представителям Европейского Союза? Ай, да, жуть!
сына с Америки. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Отменить решение ВОДВК! Оно незаконно! Защитить наших казахов от преследования в Китае. Защитить наших казахов от Наши активисты из страны. Да, это прямой эфир. Евродепутат Шевцен, Евросоюз депутат Шевцен, дипломат Шевцен. Евродипломат. Это у нас. Истинные патриоты Казахстана. Вот это работа. Хотя бы хоть какая-то. Вот снега. Выйти к нам. Дипломатов Евросоюза. Все уже поют, кричат лозунги, возмущаются и даже матерятся, но на данный момент никто не обратил еще никакого внимания, кроме сотрудников, которые нас снимают. Нет, они доложили, но они не выходят. Помнил адрес космонавта 62-62А. Вот еще не успел приехать, мы здесь. Нет, вот этот, видишь, в настоящее время. Я видела в фильмах, как, короче, в этих котельнях, в белых халатах люди. Вот где топят! Начинают мерзнуть.
Кто замерз, идите согрейтесь там. Замерзла, иди согрейся. Подержишь? Можно это отключить пока временно. Сейчас приедут же еще. Сейчас приедут же еще наши. Ол айтып мен не представитель Евросоюза сол кисиге айттым, кай кисиге айттыңыз деп айтсам, общий представительдерге айттым дейт. Қазір совещание болып жатыр. Совещание біткесін міндетті түрде сіздерге шығады. Мен сұрасам, қашан совещание бітеді десем, о жағын айта алмаймын дейт. Мен айттым, ну давайте, да, күту керек, потому что айтты ғой. Передали, то есть они знают. Если замерзли, зайдите. Саламатсыз ба? Жақсы. Евродепутаттан бес бармақ деп келіп, ұзақ деп келіп, келіп кеткен бе, шықпай ма бізге? Ұзақ бес бармаққа келген бе, осы біздің халықты тыңдамай ма? Сол. Мына халық неге тұр? Не сұрап тұр? Нан сұрап тұр ма? Не сұрап тұр? Бостандық сұрап тұр ма? Деп келмей ма, шықпай ма? Біздің байлығымызды вагон-вагонмен әкетіп жатыр Европаға. 40% инвестиция Европаныкі дейді. Шықпай ма осы халықты ғой? Өзінде неміз бар, ойламыз бәрі бар. Со совещания Лара Басталкет Тидит, Казар, представитель Дерги Айттук, деда, да, Сиздин Турвандарн, 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 Сиздин сөйлесейік депутаттармен. Депутаттармен сөйлесу керек, иә. Бізді мал сияқты тоқтатсынлар, аптадаққа салынды. Шындықты айтқаны. Иә, ана бала-шаға, кішкентай бала-шағасы мен аналардан соттады. Қайда жатыр олар деген? Адам құқы бұзылып жатыр. Бұзылып жатыр. Потому что дети наши отупели уже. Учитель, как он может учить, если у него он нищий учитель? Образование. Қытайды кіргізіп тоқтатсын. Қытайдан келгендердің бәріне осы налогтан алып тастады дейді. Ол не деген масқара? Өзіміздің компаниялар налог төлейді. Келген қытайлардың компанияларын налогтан алып тастап, және оларға бүкіл ашылған залездерді мына Қарағанды ашқан вольфрам жерін соларға берді. Уран, уран, уран ол кетіп жатыр. Біздің өзіміздің ішімізде істейтін неше түрлі әйгілі бизнесмендеріміз неше түрлі болып жатыр ғой, сауатты да иманды азаматтарымыз. Оларға жол жоқ, Қытайға неге береді бірінші? Қытайсыз да күнімізге шыққан керек жоқ, Қытайды тоқтатсын. Қытай экспансиясы болмасын. Олар біздің азаматтарымызды зорлап, қорлап жатыр, әне бүкіл дүниежүзі айтты. Бәрі дәлелін тапты. Сондықтан Қытаймен бүкіл шартты тоқтатып, ана Қытайда қиналып жатқан бауырларымызды алдырсын бері қарай. Бауырларымызды алдырсын елге. Осыны үкіметтен осыны сұраймыз, талап етеміз осыны. Бізге әр адамымыз қымбат, әр қазақ біздің жалғызымыз дейді. Бүкіл дүниесінде жүрген қазақтарға қамқор боламыз деп. Елбасы Назарбаев ана қазақтардың болған несінде айтқан құрылтайында. Анау Германияда келген бір азамат айтып осыны қойғанда, ой мен бұрын естімедім, енді міне алам, контрольге алам да бұны жағдайын шешеміз деп айтқан. 2 жыл болды елбасымыздың айтқаны. Жоқ, одан кейін де қинап міне балалар, қаншама азаматтар келіп жатыр. Ешқандай мына үкіметтен пайда жоқ. Сондықтан Қытайдан бүкіл мына шартты тоқтатып, мына бауырларымызды алдырсын елімізге. Аман есен елімізге бауырларымызды жіберсін. Оған дейін ешқандай шартты Қытаймен тоқтатуын талап етеміз біз. Свободу политзаключенным. Свободу политзаключенным. Где демократии нету, там политзаключенные. Требуем демократию, свободу политзаключенным. Саяси тұтқындарға бостандық. 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 Свободу политзаключенным! 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 Давай, что думать о том? Да правда же, что правда? Нет, ну так и надо, так?
он домбурговой хоть. Он без домбурговой. Наши коллеги будут послушать, потому что там. Один сайлон парламент тут не слышит. Жетуз герек, он все понимает. Он понимает. Я. Свободу, полиция заключенный! Магазины будут. Требую повышения зарплаты медикам. Медикам, чтобы повысили зарплату. Нищий врач, он не может нормально лечить нас. Понимаете? Минимальная зарплата у врача должна быть 500 тысяч. Если меньше этого, он озабочен своими проблемами. Он не будет думать о больном. Ну, врачи молчат почему-то. Врачи молчат, потому что у них много работы. Я уверен, что они... Они бегают по платным кабинетам. Да. Врачи наши по платным кабинетам бегают. Врачам зарплату надо повысить. Учителям, нет. Врачам нужно повысить зарплату, чтобы они учили нормальных детей и чтобы нас нормально лечили. Что вы хотите нашим судьям сказать? Да, судьям я ничего не могу сказать. Я... Судьями потом разберемся. Судьями потом разберемся. Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире. Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире. Требуем дипломатов Евросоюза. У них было такое, нужно было сажать картошку, да? И когда гнилую картошку, Буковский, знаете такого, смотрели? Слушайте, Буковский, а вы здесь джадунлар, бака куйту, не забирали, джадунлар. Она отырған жоғарда адамдар, біз мысалы, мына жерде 2 сағат тұрмыз ғой, бұның бәрін олар тұрмайды. Олар үзінді мына ғана енді. Мына 50 камераны снимать етің бәрі де, не, кенбешниктер. Солай ғой? Солай. Кенбешниктер бәрі. Олар керегін жазып алады, қалғандарын өшіртті. Қазақстан кет қалмандар. Бір качалка, бір карьер. Әрі елге, әрі довольны. Олар өзіме бесі мағафиясы. Айналыс көрінде. Я вас ходила же в смол. А біре осылайшы заходы. Еще часть активистов находится здесь, внутри. Греется, потому что уже около 2 часов мы стоим. Айдар, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Ана шекті мүмкін.
На время живого эфира очень умерла, тоже буду побрить. Она сидит в телефоне. Она где-то была.